Всем привет, это влог, да, наконец-то. Да, мы сегодня... Чё у нас сегодня есть? Какой день? Я уже потерянная во времени. По-моему, сегодня 1 сентября, точняк. У всех школа, учёба, институт, а мы вот проснулись, как и все, в 7 утра. Да, лежим сейчас, балдеем. У нас сегодня что-то с животиком проблема. А точнее, покакать мы нормально не можем, мы какаем, потом проходит полдня, мы конючим. Вот, сейчас, не знаю, возможно, из-за того, что я съела что-то не то. Да, скажи, мамка съела что-то не то. Вот сейчас мы лежим спокойненько, обычно мы в 6:30 выкупаемся, но сегодня, так как мы не в духе, мы решили ванну отложить, если только, конечно, не устроит истерику, чтобы мы его туда отнесли. Он нас специально начинает конючить. В это время, в 6:30, максимум в 7, чтобы его отнесли в ванну, покупали. Вот так вот. А так у нас сегодня, получается, ну, короче, вчера, позавчера у нас было 1.5 месяца. 15 числа мы идем на осмотр к терапевту. По итогам, малыш у меня прибавил килограмм 4... так, сколько? Килограмм 200. Да, 1,2 кило мы прибавили. Мы сейчас весим 4 килограмма 400 грамм. Но, да, скажи, но уже за полмесяца мы, по-моему, прибавили еще, потому что он стал какой-то тяжеленький. Да, в сантиметрах мы прибавили... Да, 6 сантиметров мы прибавили. Мы зеваем? Сейчас вам покажу его. Какая тетя там, да? Зевали мы? Мы спали недавно, вот сейчас покушали чуть-чуть. Да, и смотрим телевизор. Да? Сейчас папа придет и будет готовить нам ужин. Да? Вот. Да? Да? Ой, стесняшки! Соображульки! Скажи, у меня мамкин нос, у меня мамкины щеки, мамины губы, старый подбородок мамкин. Юмор, да? Да. Сейчас папа нам поесть приготовит, да. Скажи, вот так мы лежим, да? Ау. Сама серьезность, да? Ну, улыбнись. Нет? Не хочешь улыбаться другим? Нет, не будет улыбаться у нас. Проводит время Настя с ребенком, мы катаемся, да. У нас сейчас скоро должен быть опять снова тихий час. Мы позеваем. У нас работает телевизор все время как фон. Иногда включаем сейчас для того, чтобы уложить Егорку спать, музыку детскую. Вот, пополз вниз. Егоза моя. Егоза, да? Егоза. Вот так, Егоза. Пытается встать на ноги и поползти, да. Вот так, ладно. Мы недавно помылись и сейчас лежим, отдыхаем, играемся. Мылись мы со специальными травками, да, которые должны нас были успокоить и уложить спать. Но вместо этого нам теперь весело. Мы смотрим, как играет сборная России со Швецией, да? Егор, скажите, что вы думаете по поводу игры сборной? Как вам игра? Как вам гол? Вы рады? Вам понравилось? Или не понравилось? Мне кажется, более-менее стали играть, да? Хорошо стали играть? Нет? Не хотите ничего комментировать? У нас здесь игрушки оранжевые и желтые, да? Ну, улыбнись-то. Мамка снимает сразу серьезный, да? Щекастенький ты мой. Ну, улыбнись. Ну, улыбнись. А кто тут? Тот желтенький у нас. Тут лошадка. Лошадка, да? Лошадка. Да, лошадочка. Ну. Давай. О, улыбнулся. Папа разговаривал. Как ты? Нет, не в духе, не любишь ты сниматься. Вот так плыл. Ау-ау. Да? Агу, да? Ой. А вот так мы раз, подергали ножками и все, ему все сняли. Хитрюга. Вот так бывает, играешь, на тебе молоко обратно получай. Да, полетев возить гранату.
Ну, улыбнись ты, деляшатка, где золотенькая, твоя любимая, да. А где оранжевый, друг? Где оранжевый? А где оранжевый? Да. Сидят, смотрят на тебя, да? Да. Не любишь ты на камеру говорить, да? Да? Не любишь на камеру разговаривать и улыбаться? Ты у нас серьезная мужчинка, да? Серьезный мальчик? Бежим, 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 бежим. Да? Да, да, да. Что, что-то сказать хотим, да? Вот, вот, вот. Ой. Ну, говорите. Что вы думаете? Ой, так прям категорично? Да. Расскажите, как мы поплавали, да? Ой, ой, ой. Ой. Расскажи, как ты плавал? Вот так он меня не любит сниматься. Да, не любит сниматься мальчик. Ой, все, все, сейчас плакать начнем. Короче, мамка уходит к ребенку, потому что ему не нравится, что мама снимает на камеру, а не с ним разговаривает. Да, все. Всем спокойной ночи. Топи, 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 топи. А я иду, шагаю по Москве, по папе. Топи, все, привал. Привал. Устал. Надолго бы это, надолго бы это. Мы сейчас дуем, да? Сразу понимаешь, что его снимает. И сразу такая сама серьезность, сама серьезность. Да, сама серьезность. И дальше пойдем, да, давай. Последний шаг. Памс. Левой, правой, левой. Смотрим в одну точку. Левый, правый, и левый, правый, и папе на лицо, и папе на лицо. И тут мама вспомнила про подслушано. Бамс, и все. Да, и приваль, и приваль, да, и приваль. Скажи, так почти в 2 месяца хочется уже ходить, а нельзя, да, скажи, ну хоть так. Да, какой я зеленый сегодня, да. Любимый костюм папкин, да. Любимый костюм папкин, да. Ой, какой любимый костюм. Да. Ой, любимый костюм. Ой, любимый костюм, да. Даже вот такой я буду. Вот такой я буду скоро. Вот такой. Вот такой пузо у меня будет, да. Ой. Да, скажи, вот такой я буду, вот такой большой, 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 вот такой большой, большой. Вот такой большой, да? Вот, целуйте меня, скажу, ну целуйте уже меня, целуйте меня, да. Елена Летучая, да, как всегда. Оп. Побежали, ту-ту-ту-ту-ту, на перегонки давай. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Скажи, здрасте. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Тыц-т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 ыц. Назад. Назад. Полная походка. Итак. Сегодня у нас 10 число, мы снимаем влог, Егорка смотрит в камеру. Да, скажи, а кто там Сочку чай сёт? Мы капризничаем, поэтому едим Сочу пока что, да? Завтра мама пойдет стричься заново, да, и немного покрасит волосы. Корни трогать не будет, чтоб Егорке плохо не было. Так что сегодня мы лежим тут, я в пижамке, он в пижамке, спать собираемся, да? Да, скажи, скоро спать будем. Да, да. Сегодня у нас погода меняется, настроение у нас тоже непонятное. Да, 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 да. Вот да, кто там? Кто там? Кто там такой маленький? Кто тут такой? Ну, кто там? Ух ты. А
Офигеть, скажи, да? Офигеть. Технология. А что он скажет? Повторяет-то за мной, да? Маленький ты мой. У нас как боксер. Кулаки всегда наготове. Да, скажи, как боксер. Хорошенький. Да, такой модненький. Встала, да? Теперь такой вот фит. Я еще пока прибавила. Так, меня подстригли, у меня теперь каре, совсем коротенькие. Совсем коротенькие волосы. Егорка спит, на улице дождик. Коль пока гулял с Егором, пока меня стригли. Вот. Чуть-чуть непривычно, но удобно. Вот. Про килограммы я все никак не сброшу. Мне осталось 4 килограмма. Ну, теперь я хожу только в бойфрендах, потому что пока влезает в них. А по поводу одежды еще те, которые штаны я купала во время беременности. Вот их ношу. Вот так. Наконец сегодня накрасилась. Рада. Ладно, буду переодеваться и готовить поесть. И, кстати, спрашивали по поводу того, как изменила жизнь с момента появления Егорки. На самом деле, не то, что там кардинально, но стало немного непривычно в плане того, что я просыпалась теперь очень рано. Вот. Привыкла я спать много. Вот. То, что у меня чисто хронический недосып. Что еще? Что времени на себя стало меньше? На съемки и видео тоже. В принципе, на монтирование тоже. Так что все в темпе. Стало меньше времени на всякие поездки в торговые центры с подругами. Я еще не виделась ни с кем из девчонок, если честно. Вот. Так что времени пока мало. Даже на свои сериалы там выделяю максимум час. И то выборочно. Потому что дома мы больше не спим. Вот, он только на руках засыпает. Поэтому приходится все делать в темпе. И что-то убирать из своего рациона. Хотимся. Накатимся хомячком. Вот так он быстро засыпает. Но так же быстро потом просыпается, если его отпустить, положить. О, немножко геморройно. Вот. Но если его положить в коляску, одеть, ну, садить, положить в коляску, пойти на улицу, то как минимум час он точно там проспит. Поэтому не знаю, сейчас Коль пошел оплатить мою прическу. Вот. Не знаю, если получится. Если он уснет, то, может, пойдем еще погуляем. Нам нужно поменять костюмчик наш, который нам не подошел, на новенький. Кстати, мне почему-то ассоциация с Фредди Крюгером, когда он в этом слипе. Мы купили ему слипы как раз бежевого цвета, там с жирафиками. Вот, но там оказались большие размеры, так что должны сходить сегодня поменять, чтобы, ну, не откладывать на еще 13 дней. Поэтому пойдем. Что-то, мне кажется, меня немного старит, как будто так более взросло. Гляжу. Челки у меня нет, это просто я волосы убрала. Челку я ни за что не захочу делать. Посмотрим, так просто удобнее, высушила и все. Ладненько, буду пить чай, успокаивать ребенка и, может быть, пойдем гулять. Пока! Поменяли костюмчик. Егорка пока спит, гуляем уже часик. Вот так вот. Сайгульчиков. Давай, то завтра живот будет болеть, да? Говори, завтра говори. Живот будет болеть, да? Завтра будет животик болеть, если не покакаем, да? А вкусные папины пальцы, да? Арбузом пахнет, да? Арбузом пахнет. Да, чуть на папу, да? Изо рта в рот, да? Ай, на вытри лицо. С той стороны и с той у него там. Нищика. Ай, скорее, он пошутил над папкой, да? Ну, Егор. Папа с папой молоком поделиться решил. Да, скажи, как цыпленочка покормить тебя решил, пап? То, что я ничего, да? А что, я ничего, да? А чем он лезет ко мне, да? Скажи. А что он лезет на нем? Поцарапал, да, себя? Кто себя поцарапал? На эмоциях. Да, скажи, я был на эмоциях. Ты чё?
Ой. 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 Еще. Ой. Прибалдел, скажи, ну. Ой, да скажи, ой. Ой, какие чмоки у нас, да, скажи. И чё? Да. Папку так любим папу, да, скажи. Сейчас я съем твой нос. Скажи, пап, дай свой нос, я тоже съем. Вы скажи, пап, что-то не то. Вы скажи, что-то не то. Ой. В траве сидел Егорка, в траве сидел Егорка. Да, совсем как огуречек, полосатенький он был. Это что за огуречек? Огуречек-то. Когда одевает эту кофту, мне почему-то Фредди Крюгер вспоминается. Так у него была бордовая там. Ой, мама, че это ты тут? Он за телефоном смотрит, да? За телефоном смотрим. Как лапочка говорит... А, я поняла, папа бесится, что мама на корейском называет тебя шефом, да? Да, скажи. А ты скажи, как тебя зовут? Меня зовут Чипунин, да? Да? Ау. Да? Ау. Ну давай, нам надо сделать большие дела, живот вон. Ух, глазенки выпучил. Удивление. Сюрприз. Ты хочешь сейчас срыгнет опять? Пуки-пуки, каки-каки, каки-каки. Поймал. Поймал, да? Поймал. Да. Милк, милк. Милк поймал, он тебя там еще, да. Там еще у тебя в заначке, да? М? Да? Еще он у тебя там, да. Игра называется «Поймай молоко», да? Да. Целой молочной речки у тебя там, да. Молочные речки. Давай, кайки, а то там полный живот, вон молоко все обратно лезет. Пап, ну-ка, не издевайся, ты что делишь-то, да? Тебе нравится? Кто язык показывает, а? Кто язык показывает? Егор Николаевич. Можно вас пригласить? Можно вас пригласить? Да. Можно пригласить. Ой, ну я не знаю. Можно пригласить, ваша дама? Да. Ой, ну я не знаю такую, я прям не знаю. Оп. Топ. Топ. Топает малыш. Топ. Ну все, топ. Куда вы там? Топи, 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 топи. Топи-топи-топи-топи, топи-топи-топи-топи, топи-топи-топи-топи. Опачки! А че это ты снимаешь такой взгляд у меня все время? А что я делаю? Ну, все закрыл. А живу так и происходит, да. Мы просыпаемся, да? Ага. Во сколько мы встаем с тобой? В 7 утра, мы встаем иногда в 8. Да, кусим. Да, потом играемся, меняем памперсы. Да, памперс меняем, потом мы с ним играем. Да, потом мы еще, может быть, чуть едим, когда как. Укачиваемся на короткий сон, да? Потом мы просыпаемся, кушаем, чуть-чуть играемся и засыпаем на прогулку. У нас... Да, о, пошли газы у нас, да, Егор? Вот. После этого он у меня... гуляют. Да, мы гуляем 2 часа. Да, 2 часа мы гуляем. Вот, как минимум. Бывает иногда 3, это когда как по настроению. Вот, это он пытается тушить, ему не нравится. Да, не получается у нас по-большому сходить сейчас что-то. У нас обычно он 1-2 раза в день стандартно ходит, а сегодня что-то не очень, да? Да, скажи, поснимаемся с мамкой? Ой, да, да. А поснимаемся с мамой? Да? Да. Так, мы, скажи.
И у нас немного проблем с ракурсом, да? А кто тут? Кто тут такой еще сикастенький, да? Кто сикастенький? Да. Ну так мы балуемся. У нас обычно так происходят все игры. Да? А у нас так все игры происходят. Чё-то это кущико стоит. Да. Смотрит, что мамка делает. Интересно, да, скажи нам? Что мамка делает? Сейчас пойдём купаться. Сейчас пройдёт немножко времени, мы пойдём купаться. Потом мы опять поедим, побесимся, да? Да. А потом будем баньки. Кушайте баньки. Вот так вот. Так у нас проходит день. В принципе, так у меня проходит весь день. Да. И мы играем с папой, да? Играем так с папой. Да. Да, когда играем с папкой, так нам весело. Да? Весело нам с папкой. Да. А у нас опять Лен Летучая. Да? Скажи, Лен Летучая там. У-ху-ху. Любим Ленку Летучую. А поселяем Лену Летучую, да? Да? Давай, просто поснимаемся. Да? Поснимаемся? Видали? Вот так он сосредоточен, он все так расцарапал. Вот так он сосредоточен на Лене Летучей. Вот, после этого он просыпается, мы дома кушаем. Вот, потом у нас либо дома мы короткий сон спит, играет, ест. И у нас так получается. Ой, что это было, Егорка? Ну вот, либо мы вот... Он чуть играет, я его кормлю, он засыпает, и мы идем на улицу еще раз на часик. Вот вечером в часах, да, да, 6:30-7 мы купаемся. Вот, мы, конечно, начинаем скоро в туалет надо сходить, а потом купаться идти. Спать мы засыпаем в 9, либо в 10, иногда в 11 часов. И ночью он у меня спит 3 часа, потом просыпается, либо 4 часа, 5 часов. Потом просыпается, потом засыпает на 2 часа, и после 5 утра он у меня обычно каждый час просыпается. Да? Вот так мы и живем. Да, так и живем каждый день, каждый день. Одним словом, у меня, в принципе, такие будни постоянно. Максимум просто меняется, что там кто-то нам приезжает. Ну вот, иногда мы ходим по детским магазинам. Но в основном это настолько мимолетно, что снимать это просто нету смысла. То, что мы заходим в магазинчик и... Быстренько покупаем, пока он спит, и я выхожу. Поэтому у нас, в принципе, мы не задерживаемся в магазинах. Он улыбается камера, он думает, что я всё равно картинку смотрит на... Боже, а ещё что-то такое странное происходит. То ли он какает, то ли он писает. Ладно, ребят, пойду переодеваться, менять его. Вот, и мы пойдём скоро же купаться. Всех люблю, всех целую, ваша Настя. Это был мой повседневный влог. Папа вонючка, да? Папа чесночная вонючка. Ой, жалуемся, да, жалуемся, да. Скажи, обижает, не купает. Папа чеснока, скажи, наелся, дышит на меня. Ей, скажи, кулак отдай. Кулак отдай. Да. Вот оно утро. У нас проблемы небольшие с животиком. И я уложила Егорку пока спать. Ой, самой хочется спать жутко. Сейчас 9:39, мы позавтракали. Сейчас Егор пока спит. Он проснется в районе 10, надеюсь. Вот он покушает. Надо помыться, привести себя в порядок, и мы пойдем гулять. Так у нас проходит каждый день. Вот здесь сейчас он спит на мне, потому что у него болит живот. Он не может прокакаться. Вот. Клизму я ему поставила, но что-то она как-то не особо сильно действует. Вот. Возможно, как бы у него слишком хорошо усваивалась еда. Вот. Не знаю, посмотрим. Только гуляет с Егором, я снимаю. Короче, вообще у меня все в ускоренном темпе, мне нужно быстро снять, мне надо начать уже монтировать. Так что увидимся позже.
Пожалуй, наверное, этот влог я наконец-то закончу. Потому что именно так у меня проходят будни в быстром, ускоренном темпе, когда Коля сидит с Егором, либо мама, моя может посидеть с ним. Я снимаю видосы. Поэтому у меня, в принципе, нет особо такого времени на то, чтобы погулять с подружками, отдохнуть. Поэтому моя жизнь пока что такая. Как только будет разнообразие, сниму новый влог. А на этом, пожалуй, все. Всех люблю, всех целую. Пока.